Сейчас в России готовят крупные проекты по импортозамещению медицинских изделий и оборудования. И в текущей ситуации особое значение имеет поддержка предприятий медицинской промышленности. Так, Новикомбанк организует финансирование проектов консорциума «Медицинская техника». А ранее опорный банк Ростеха профинансировал проект «Шваби» по выпуску автомобилей скорой помощи. Помимо предоставления кредитов, банк оказывает услуги по привлечению субсидий, а также целевых займов, гарантий и других инструментов господдержки. Консорциум «Медицинская техника» создан в 2020 году при поддержке Минпромторга России. В объединение вошли производители медицинской техники и отраслевые ассоциации, которые формируют и продвигают комплексные решения в области импортозамещения. Хороших вам новостей!